Добрый день, дорогие друзья, с вами Енот, и я рад приветствовать вас на своем канале. Ну, собственно говоря, сейчас вы видите уже окончание прохождения мною 107-го Великого Портала. Как видите, времени мне не хватает, но не хватает совсем немного. Это очень обидно. Приходится тут много валить трэша. Потому что трэш не дает просто вообще ничего сделать. Боссу даже не подойти. Побольше бы хороших пилонов, я бы точно этот портал закрыл. Но я и так считаю, что это очень хорошая попытка. Сколько тут у нас? 83%. При должном везении все будет хорошо. Вот, а так-то вообще лучше. И вот портал закрыт. 90% у нас как раз получилось. Ну, можем ходить в высокие порталы, как видите. В следующий раз, я думаю, чуть-чуть повезет. Просто не хотелось трансляцию всю эту вести, весь этот портал. Вас тут... время у вас отнимать. Ну, можно уже еще погибнуть. Сейчас трэшем быстренько довалим всех. Шкалу эту. А в принципе-то и босс-то и не нужен. Погибнуть, как говорится, даже не жалко. Искусительница, блин, хреново. Я издалека-то вас хорошо сейчас он прищемлю. А вот уже и босс появился. Сейчас побегаем немного. Стреляет он тут в свое удовольствие. Иринка он его тут обдалбливает. Так, и давай на слип.